4 октября – День Кодрата. Сегодня почитается память святого апостола Кодрата, одного из 70 апостолов. Он проповедовал Слово Божие среди язычников, был в сане епископа. Согласно преданию, он уничтожил идольские жертвы, разрушил идолов и своей молитвой разорил бесовские храмы. Многих людей обратил в христианство. Это вызвало ненависть со стороны язычников. Они пытались побить Кодрата камнями. Потом в темнице долго морили голодом. Умер он после долгих мучений. Сегодняшний день именуют днем Кодрата и днем Матфея. Наши предки сегодня читали заговоры, исполняли обряды, которые способствовали плодородию на будущий год. Сегодня обязательно работали, так как только труд сулит благополучие и прибыль. Как это верно и по сей день. Так как погода становилась холоднее, то с вечера топили авины. Авин – хозяйственная постройка, в которой сушили снопы перед молодьбой. Постройка состояла из ямы, где располагалась печь без трубы, а также из верхнего яруса, куда складывались снопы. Жар проходил через решетку и подсушивал снопы. Работников сегодня угощали овсяной кашей и напутствовали. Молотильщикам каши горшок, а хозяину хлеба ворошок. Наши предки верили, что в нижней половине под авином живет особый дух – авинник. Его надо было уважать, чтобы он не устроил пожара. Авинник заботился о том, чтобы авинь не топили в праздники, ветреные и неурожайные дни. Авинник появлялся перед пожаром, принимал образ черного кота или человека с всклокоченными черными волосами. Приметы. Если погода сегодня солнечная и теплая, а ветер дует с северо-востока или с севера, зима будет холодной. Какая погода сегодня, такой она продержится еще 4 недели. Если сегодня резко похолодало, зима уже близко. Если днем холодно, а ночью становится теплее, это к ненастью. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.